Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. В сегодняшнем видео речь пойдет об обработке огурцов по листу для борьбы с начинающимися заболеваниями, а также если ваши огурчики плохо выглядят из-за нехватки питания. Сразу скажу, что если ваши огурцы сильно поражены грибком, то этот рецепт не поможет. Будем опрыскивать огурцы смесью йода, зеленки, кефира и воды. Йод – это микроэлемент, который нужен всем растениям, он служит природным антисептиком. А также он усиливает интенсивность формирование плодов, восстанавливает слабые и поврежденные клетки растений. Зеленка же делает урожай обильным и растение защищает от некоторых заболеваний. Кефир действует как мощный биостимулятор. Применение продукта позволяет укрепить иммунную систему зеленых питомцев. Опрыскивание овощных культур в период цветения сокращает появление пустоцветов и способствует образованию завязи. Итак, на 10 литров воды берем 10 капель йода, 10 капель зеленки, 500 граммов кефира, лучше меньше жирности, все тщательно размешиваем и опрыскиваем растения. 2-3 таких подкормки с интервалом в 5 дней вызовут массовое плодоношение огурцов, а также улучшат их внешний вид. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!